Юра, Ягодки с тобой! Юра! Юра! Полиция старается оттеснить людей на тротуары, но они не удаются, все помчались. Юра, с наступающим Новым годом! Можно? Не давим! Юра лучший! Можно подснять, пожалуйста? Можно подснять, пожалуйста? Ребят, как вы думаете, почему изменилась позиция у следствия? Стало невозможно отрицать очевидное. А что очевидное? То, что песня была исполнена в 2012 году и сроки давности есть теперь. Почему именно сейчас? Понятия не имею. Напоминаем, что до 8 января Юрию Хованского запрещено с 18:00 до 10 часов утра выходить из дома, посещать публичные мероприятия, приближаться к месту преступления ближе, чем на 300 метров. Подожди, а где место преступления? Место преступления считается квартира, в которой Хованский прописан. А кроме как того, понять, он приближаться не может тогда там? На 300 метров. Почту, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с свидетелями по делу. Исключением здесь стала гражданская жена. Тихо. Кроме того, Юрию Хованскому запрещено Вообще безумно красивая Мария. Вообще. Честно. Ну, я к ней не подкатываю. Мария, кстати, новогодний какой-то подарок вы ему приготовили? Мы не рассчитывали, что он будет дома, так что нет. Еще пока нет? Ну, мы не знали, все как-то. Нам только объявили о судьбе. Но в мыслях теперь какое-то что-то есть? Честно, сейчас не до того. Как Новый год? Понял. Ну вот сейчас я говорю. Да просто вдвоем вместе, мне кажется, да? Узнали о том, что Отвали, да, отвалил я. Мария ко мне хорошо относится, нормально. Не как к нижнему интернету. Сколько? 930. У вас 930? Отлично. 3000. Да. Не завидуем. Уже он новый, но карты большие. Да, да. Можешь предположить, сколько людей после... Снова, после Нового года нет. Заболеем. Главное, что Иванчик. Призываем, но как бы то ни было, людей меньше места на улице, даже наоборот. Вот вы многие говорите, что Герман Ягодка пиявка, но ведь Хова обо мне всегда писал с хорошей стороны. Ему нравился мой контент всегда. Освободили мы Хованского, значит, до 8 числа он будет на свободной ноге дома. Ограничения без интернета, а 8 числа это все движение, весь этот холивар продолжится. Возможно, даже он вернется в СИЗО. Но надеюсь, что этого не будет, потому что
Я думаю, что уже слилось его следствие. Так что как-то так. Подписывайтесь на канал. Это сделали мы. Каждый внес свой небольшой вклад. Моего, конечно, очень мало, но тем не менее оно есть. Вот поддерживайте дальше и встречайте Юрца. Информация непосредственно с телеграм-канала Маши Нелюбовой, она же девчонка Хованского, и все прочее. Более подробно, потом попозже, подписывайся. Свободу Хованскому! Напоминаем, что до 8 января Юрию Хованского запрещено с 18:00 до 10:00 утра выходить из дома, посещать публичные мероприятия, приближаться к месту преступления ближе, чем на 300 метров. Подожди, а где место преступления? Местом преступления считается квартира, в которой Хованский прописан. А кроме как того, понять, он приближаться не может тогда там? На 300 метров. Кроме Ладно. Того, нужно открыть почту, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться со свидетелями по делу. Исключением здесь стала гражданская жена. Тихо. Кроме того, Юрию Хованскому запрещено общаться. Три шага назад, пожалуйста. Кажется, этот момент уже близкий. Ну, все ждут. Вообще безумно красивая Мария. Вообще, честно. Ну, я к ней не подкатываю. Мария, кстати, новогодний какой-то подарок вы ему приготовили? Мы не рассчитывали, что он будет дома, так что нет. Еще пока нет? Ну, мы не знали, все как-то. Нам только объявили о суде. Но в мыслях теперь какое-то что-то есть? Честно, не до того. Как Новый год? Понял. Ну вот сейчас я говорю. Да просто вдвоем вместе, мне кажется, да? Знали о том, что стоит общественность. Блин. О том, что мероприятие будет изменено. Отвали, да, отвалил я. Мария ко мне хорошо относится, нормально. Не как к нижнему интернету. Сколько? 930. У вас 930? Отлично. 3000. Да. Мы не завидуем. Признан юфтом рэп нужно. Уже он новый, но карты большие. Да, да. Можешь предположить, сколько людей снова после Нового года нет, но карты нет. Заболеют. Главное, что это Иванчик. Признан юфтом. Но как бы то ни было, людей меньше не становится, даже наоборот. Вот вы многие говорите, что Герман Ягодка пиявка, ведь Хова обо мне всегда писал с хорошей стороны. Ему нравился мой контент всегда.